Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня видео в вашем любимом формате лукбук. Покажу сегодня две свои новые летние обновки из одежды. Если вам интересно, то, пожалуйста, оставайтесь. И я всех приглашаю к просмотру. Свой заказ одежды я делала с сайта Romvi. Сейчас на сайте Romvi огромные скидки летние. Есть также дни, когда бывает бесплатная доставка. То есть мне на почту приходит сообщение, что сегодня в течение 24 часов будет бесплатная отправка абсолютно любого заказа, и в такие моменты очень классно делать заказ, потому что вы на любую сумму можете сделать заказ, он отправится вам абсолютно бесплатно. И сейчас, вот я еще раз повторюсь, 60-70% скидки на летние какие-то вещи, на летние коллекции, на весенние коллекции, которые были. Так что очень можно выгодно одеться и поймать тот день, когда бесплатная доставка. Просто нужно подписаться на их обновление, указать свой адрес электронной почты, и вам также будет приходить оповещение, когда на Romvi будет бесплатная доставка, и когда будут какие там скидки, какие акции. И если вы любите нормальную, хорошую одежду по низкой цене, и еще плюс, если нарваться на какие-то хорошие акции распродажи, то я думаю, вам стоит подписаться. Также, как в своем крайнем видео про обновки, я показывала вещи, немного о ней рассказывала, потом вставляла кусочки видео, отснятые в формате лукбук. Также и сегодня будет происходить процесс этого видео. Сейчас я вам покажу первую вещь, а потом вы сможете посмотреть, как она смотрится уже на мне. Поехали! Разбирая свой гардероб, я заметила такую тенденцию, что у меня вообще практически нет юбок. Ну, буквально, наверное, у меня есть 3 юбки, которые я ношу очень-очень крайне редко. И все эти юбки достаточно короткой длины, то есть немного выше колена. Длинных юбок макси у меня была одна, и то я ее отдала маме, так как маме моей она очень нравилась, а я ее не носила. И, в общем, я отдала свою такую макси-юбку, плессированную, яркую, летнюю, в таких ярких расцветках отдала маме. Моя мама с удовольствием ее носит, и я рада, что та вещь, которая мне не пригодилась, пригодилась моей маме. И, собственно, поэтому, подумав, что у меня мало юбок, я решила исправить эту ситуацию и заказала себе на лето, ну, может быть, даже на такую прохладную погоду, на немного прохладное лето, вот такую вот льняную юбку. Это юбка из 100% хлопка, то есть эта юбка абсолютно натуральная, она очень-очень классно сделана. Сейчас я ее подниму. Опа! Смотрите, какая у нее классная вышивка. То есть у нее вышивка идет 3 рядами. Эта юбка очень-очень сейчас модная, и уже, мне кажется, на сайте этих юбок вот именно вот этой модели нет. Я списывалась с менеджером сайта, с которого я заказывала эту юбку, и меня просили подождать, когда они отошьют новую партию, так как эти юбки просто, ну, говорят, что на расхват. Очень удобная модель, в таком непринужденном casual стиле. Можно носить и с кроссовками, и с босоножками, и на плоской подошве, и на каблучке. В общем, вариантов множество. Мне понравилось, очень понравилось, что у этой юбки классные карманы. У меня помещается сюда телефон, можно положить ключи, ничего не торчит, не выпирает. В общем, юбка очень классно сделана. Мне понравился и цвет, и как она сшита. Внизу, вот здесь вот, даже сейчас немного торчали ниточки. Я их все, собственно, обрезала, но парочка осталась, чтобы вам показать, что все-таки ниточки были. Вообще классная юбка, ссылку я, конечно, оставлю, если они еще есть на сайте, то обратите внимание, просто очень-очень классная. И длина мне понравилась, и материал, и как она, собственно, мне сидит. Поэтому вот такая вот первая удачная обновка на лето, это вот такая классная юбка. Thank you.
И вторая вещь, что я заказала, это менее удачная вещь, это джинсы. Предполагалось, что это будут джинсы бойфренды. Я говорила, что в Глори, когда я покупала кюлоты, хотела также прикупить себе бойфренды, но не было размера. Поэтому я заказала себе на свой страх и риск вот такие вот бойфренды. Девчат, это, наверное, на размер как раз 44, то же самое, что я видела в Глори. Они мне в обтяжку, вот вообще, то есть не так они должны смотреться. Очень сильно маломерят, размер это XL, и вообще, они настолько маломерят, вот действительно размер где-то на 44, мне нужен 48-й. И если бы они были на мой размер, то бы они просто классно сели. Вот, девчонки, у кого 44-й, смело можете заказывать размер XL, и на вас будет смотреться, ну, так, как необходимо, так, как нужно. Мне понравилась эта модель тем, что здесь нет замка, то есть джинсы идут на резинке достаточно широко. В общем, сама модель хорошая, материал настоящий, такой плотный джинс, который ни капельки, ни на полмиллиметра не тянется. Из-за этого, может быть, они еще так вот сидят в обтяжку. Здесь подразумеваются подвороты, но на мой рост они без подворотов подошли нормально. Если с подворотами, то они будут такие вот укороченные. Подворот в виде, ну, каких-то кружочков разноцветных. И также здесь выполнена резинка, вот подклад тоже из такого материала. Это тоже джинс, просто он цветной. Сзади эти джинсы так вот сделаны, кармашки порваны. Здесь все спереди, все так вот рвано, как сейчас модно. Я так люблю. Также видео можете посмотреть, как они смотрятся на мне. Но я говорю, они мне не подошли по размеру. Хотя модель очень-очень даже классная. Вот кто носит 44-й, присмотритесь, размер XL вам будет очень здорово, будет на вас сидеть. Именно как должны сидеть нормальные модели джинсов-бойфрендов. Вот такой у меня заказ был. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ссылки на то, что я заказала, если это еще есть на сайте, я, конечно, оставлю под видео. Если кого что-то заинтересовало, заходите, смотрите. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось что-то из этой одежды. Подписывайтесь на канал, впереди будет много разных видео. Ну а на сегодня это все. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. Всем пока.